пожалуйста, иди уже. Я играть хочу. Я сейчас комп утоплю. Иди топи. Ну, блядь, сейчас я перезвоню другу. Не надо, погоди. Ты чё? Ты хочу. Что творишь? Отдай мне его, оставь его в покое. Ты чё, Никита? Нет. Я тебе в жизни никогда больше ничего не куплю. Оставь его. Никита, ты чё сделал? Ты реально компьютер выкинул. Чё ты надел? Телепортируйся к Гриферу. Пока он не видит, отключи себе префикс. Часть вам будет написано, что префикс спрятан. Ну или установи себе любой другой префикс. Выглядеть это будет примерно вот так. Залезь в абсолютно любой приват. Увидь у Грифера кучу алмазов. Сеть ему все сундуки. Затем убей Грифера. Также ты можешь посадить в тюрьму этого Грифера. Его будет охранять прекраснейший вахтер. Потом напиши на весь сервер, что Грифер находится в тюрьме. Затем наблюдай, как все его унижают. Поэтому, если вы хотите также снимать анти-Грифер шоу, тогда становитесь владельцем сервера, на который как раз действует скидка, и снимайте эти прекрасные ролики анти-Грифер шоу. Ссылка на IP-сервер находится в описании ролика. Всем привет, дорогие друзья, с вами Серж, и смотрите, что здесь происходит. Посмотрите просто на тюрьму моего сервера Сержукрат. Просто посмотрите, здесь охранники вертухай. Что, как ты думаешь, что происходит здесь на сервере? Что вообще здесь творится? А ты вертухай, что ты на него смотришь? Ты на меня смотри, ты тупорылый бот. Смотрите, здесь люди просто толпами собираются. А знаете почему? Потому что здесь в тюрьме поселился Грифер. И какой-то владелец сервера взял и посадил Грифера в тюрьму. Посмотрите, там вон. А здесь их несколько, этих вообще. Здесь вообще просто ажиотаж в тюрьме творится. Но здесь изначально сидел этот, где его ник-то? Сейчас найдем. Где его ник? Самый главный здесь сидел. Путин Красав, вот, он самый первый здесь сидел, короче, всех обзывал. Вон, Путин Красав, смотрите, пишет долба матом, да я не хочу ругаться. Вон, посмотрите, Путин Красав ругается матом. Путин Красав пишет матом, матерится. Это настоящий Грифер, владельцы сервера его посадили в тюрьму. И сейчас мы будем, знаете, что я хочу сделать? Я, конечно, меня никто, значит, не гриферил, ничего такого со мной никто плохого не делал. Но, о, смотрите, мне кто-то меч оставил, тебе пизда. За что мне пизда? Я же ничего не сделал. Вот, дорогие друзья, смотрите, я просто буду сейчас просто пытаться с ним связаться, спросить, за что он, короче, посажен в тюрьму, и, может быть, вообще его забаню, короче. Знаете, Путин Красава, да? Я просто охереваю, сколько здесь людей сейчас бегает, просто аж страшно представить. У меня аж FPS падает из-за этого. Так, какой у него там ник? Путин Красава, да? Путин. А, смотри. Привет! За что тебя посадили? Кстати... Ну, вот, я ему написал, привет, за что тебя посадили. Надеюсь, тут он увидит, заметит. Я играю от своего ника Сержу прям настоящего, не скрываюсь, ничего. Потому что, ну, я как пришел, как... Вот все фанаты мои, все игроки, они все сюда зашли, все смотрят. И я как бы раскрываю себя. Я сразу, я Сержу. Вот мой скин, все меня видят, ко мне подлетают. Сейчас все светятся в ролике, привет. Так, смотрите, он меня, конечно... Так, здесь нельзя спамить. Он мне долго не ответит, наверное, потому что... Посмотрите, что в чате. Суки, я ваш рот, смотрите, что он пишет. Прям, он протерится, классно, он очень матерится прям по-настоящему. Народищу сейчас будет. Да, смотрите, им надо писать. Сейчас еще попробуем. Пока этот человек мне не отвечает совершенно, я не знаю, как до него добиться. Привет, за что тебя посадили? Как мне из него скайп выдавить? Потому что очень здесь трудно что-то написать. Очень много людей пишут в чате, просто посмотрите, какой ажиотаж. Давайте, не знаю, давайте мы еще что-нибудь напишем. МПУ, как тебе там, М Путин. Пошли в скайп вместе. Вот, пошли в скайп вместе, я ему написал, может быть, когда-нибудь он не ответит. Это на самом деле трудоемкий процесс, мы будем ждать. Буду ждать, значит, когда он ответит. Трудно это, трудно, действительно. Так. Ну, подождем тогда, что? Потому что моя цель с ним связаться, я отсюда не уйду. Смотрите, я наконец подловил, вот мой скайп, таранчик 2222, смотрите, вот мой скайп, таранчик 222, смотрите, друзья, я подловил, я просто охренел здесь стоять, здесь что творилось. Устал я это ловить, но время прошло, он пишет это в глобальный, типа, чат, типа, вот мой скайп, добавляйтесь там, типа, я сейчас всех здесь убью, вот мой скайп, он тыры-пыры. Смотри, сейчас мы будем ему звонить, пытаться и выходить с ним в скайп, короче. Звоним, он добавился. Звоним, видите, трубку не берет. Может он меня обманул или еще чего. Ну, смотрите, но он не берет. Алло. Алло, блин. Ты в джале сидишь, Путин твой ник, короче, Путин Красава. Да, блядь. А чё ты там сидишь, слушай? Да меня какие-то долбоёбы лесные посадили. А за что тебя посадили? Да я не знаю, Гриферу нормально. И тут раз и посадили. Так ты Гриферу, получается?
Нет, блядь, я нормальный игрок, давай выпускай меня нахуй. Ты сейчас сам сказал, что тебя, ты гриферил, тебя посадили. А сейчас говоришь, ты нормальный игрок, значит, ты не нормальный игрок? Отвали ты в жопу, блядь, давай освобождай. Так я наоборот тебе помочь хотел, типа там, в чё-нибудь, а ты меня в жопу посылаешь, я тебе помогать больше не хочу. Вон ты сидишь, да, Путин красава, смотри в окошко, вот это, вот она тебя смотрю. Вон, смотри, как из... Да хера тут игроков, блядь, кто ты из них? Да вот я с глазами такой, беленький, ну, типа... А-а-а, всё, видел. Увидел? Да. Все, хочешь быть освобожденным? Да. Хоти! Сука, блядь, давай освобождай меня нахер! Да я тебя не могу освободить, я обычный игрок, как и ты, за что я тебя освобождать-то буду? А за что, блядь, я хочу освобождать меня, покупай админку, мне похрен, освобождай! Так я тебе еще, я тебя сажал, что ли? Так мне похрен, давай освобождай, блядь, покупай админку! Причем здесь админку покупай? Я с какой стати я должен тебе еще деньги платить за то, чтобы тебя освободили? Не. Ты что-то Я твой друг, блядь. Ты мой друг? Да. Друг насрал в друг. Вот как-то так. Угу. Про тебя шутка. Давай освобождай. Хорошо, сейчас освобожду. Смотри, освобожду. Жду освобожду. Ой, запутал. Что-то ты меня запутал? Ой, не буду я ничего вообще. Это самое. Сам давай. Да освободи ты меня! Иди купайся уже! Да не пойду, блин! Я тебя купаться, иди уже! Купаться. Почему? Я играть хочу! Не хочешь, я сейчас комп еще играть. Я сейчас комп утоплю! Иди топи, иди шейбай! Да? Иди. Ну, блядь, сейчас я перезвоню другу! Давай! Он с мамой! Че происходит у них? Кто на кого орал? Он орал на маму, что типа он сейчас комп утопит, короче. Ну понятно, он делал, не утопит. Но, а чё он трубку сбросил? Стойте, ему надо написать, подождите. Сейчас. За что ты? Чё, куда ты делся? Давай. Сейчас он должен перезвонить. Стойте, надо ему написать. Я очень устал ждать, на самом деле. Наконец-то он мне перезванивает, блин. О, алло, ты куда пропадал? Да я ходил за компьютером, отсоединял его нафиг. Ну, и чё? Сейчас буду его нафиг кидать в ванну. Зачем? Задолбало всё. Ну, не знаю, но и... А мне зачем перезвонишь? Для чего? Да чтоб ты эту всю херню видел. Видел? Ты чё, показываешь вебку, что ли? Да, ёпта. А, ты с показываешь? Ну, с телефона, ёпта. Стой, сейчас, погоди, надо посмотреть. Все, компьютер хана, я его сейчас принесу в ванну и скину его в ванну с водой. Не надо, погоди, ты чё? Ты... Хочу! Ты что творишь? Отдай его, оставь его в покое! Ты чё, не кидай! Нет! Я тебе в жизни никогда больше ничего не куплю, оставь его! Не кидай! Ты чё сделал? Ты реально компьютер выкинул, чё ты надел? Вот, ты больше никогда не помнишь! Чё ты сделал? Это веки вечный компьютер, больше никогда не подойдет! Чё ты сделал? Дорогие друзья, я долго еще пытался с ним связаться, писал ему, думал, может он по телефону возьмет трубку, позвонил ему, прошло достаточно, час пытался с ним связаться, узнать, правда ли это, добиться, может, от него каких-то картинок, скринов, пару фотографий, смотрите, как горит огонь, пару фотографий он все-таки даже скинул, но он больше со мной не общался совершенно, он мне не звонил, ничего, трубку не брал. Мне очень обидно то, что выкинул компьютер, я вообще сейчас офигел, дорогие мои друзья, но ролик получился очень крутым, у меня такого реально никогда не было, это очень здорово и круто, чтобы Грифер выкинул компьютер в воду вообще, это очень здорово, у меня правда такого никогда не было, вот это на вебку, вот это очень круто, поэтому, дорогие друзья, в честь этого, смотрите, мы установили такой прекрасный плагин на сервере, который позволяет вам получить админку совершенно бесплатно, просто бесплатно, смотрите, не только админку, даже можно основателя сервера получить, для этого стоит всего лишь отыграть определенные часы на сервере. Просто смотрим, сколько нужно отыграть, допустим, для админки 70 часов, я отыграл там 30 минут, по сути, пару дней поиграть, и уже будет бесплатная админка, а также можно получить основателя совершенно бесплатно. Я считаю, то, что все честно, все круто, играйте, заслуживайте, заходите на сервер, пишите в описании ролика, просто играйте и получайте привилегии, это же здорово, поэтому... бесплатно, все совершенно бесплатно. IP находится в описании под видео. Заходите, успевайте. Но ролик получился очень крутым. И здесь все мы, вот, ребята, они здесь зашли на сервер и засветились в ролике. Вот, все они, все эти ребята. Мне очень приятно, что у меня есть такие подписчики, как вы. Всегда рад вас видеть на сервере своем. Заходите, друзья мои, заходите. Вон, люди пишут: привет, YouTube, Серж, желаю приятной жизни. И тебе, that guy over there, я желаю приятной жизни. Всем пока!
Всем пока, друзья!